Александр Ситковецкий, музыкант, которого я знаю с самого детства. Вернее, я-то его знаю, а он меня нет. Поэтому у нас произошло... Но у нас, поскольку произошла такая встреча, я хочу спросить, что в детстве я ходил на твои концерты, и мне очень нравилось мощное звучание. В общем-то, это была одна из первых групп, которая вот на качественно звуки играла очень интеллектуальную музыку. Сейчас стиль, я, к сожалению, не слышал автограф в последнее время. А сохранился такой же стиль или уже другой? Нет, я не думаю, что стиль сохранился, потому что, в общем, прошло... С твоего детства уже прошло, наверное, лет 8. Но мне кажется, главное в нас мы сохранили. То есть любовь к музыке, любовь к мелодии и... А еще говорят, что вы очень любили дым. Это сохранилось? Понимаете, дым просто так любить, это то же самое, что любить солнце или любить вот это здание замечательное. Я как-то сидел прямо перед сценой, фотографировал вас, и повалил такой густой дым, что я был весь мокрый. Вот как, у вас были жалобы со стороны зрителей аналогично? Жалобы были по поводу того, что в зале плохо пахло. А по поводу того, что нас не было видно, наверное, считали, что так и нужно.